Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Сергей Горбачев. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на особенную кисточку. Это кисть Белка Микс лепестковой формы производства фирмы Рублев. Вот так выглядит эта кисточка. Кисть представляет собой гибрид плоской и круглой остроконечной кисти, в результате чего у нас получается остроконечная плоская кисточка. Чтобы раскрыть для себя возможности этой кисти, нужно много работать и экспериментировать. А еще скажу, что большинство художников называет эту кисточку «кошачий язык». И не потому, что им известны кошки с какой-то особенной анатомией, а потому, что это образное выражение предполагает, что данной кисточкой мы в своей работе можем вылизать форму любой сложности.